Итак, мы с вами снова на стадионе «Янтарь», где сегодня проходят матчи 17-го тура первенства России в зоне Москва. Играют футболисты Чертанова и Старигино, и сейчас на поле самые старшие футболисты 1998 года, 17-летние ребята. Состав вы слышали в исполнении диктора, чуть позже я еще раз его повторю. А пока отмечу только, что вот у нас под 11 номером сегодня играет Андрей Рындин. Играет он сегодня в стартовом составе. Как я люблю говорить, как в старые добрые времена. А это Витюгов Максим. Он как раз под 7 номером. Хорошая передача. Канищев делал передачу Витюгову. Не получилось. Борьба за мяч. Белов. Скакивает мяч к соперникам нашим. И они пытаются организовать атаку. Продолжается атака старогенцев. Белов выбивает мяч Волк. Начал я говорить про Рындина, но я не сказал самое главное, что это наш нападающий, который на год младше, который выступает за ребят обычно 1999 года рождения. Ну вот сегодня из-за того, в частности, что Николай Прудников у нас уехал на чемпионат мира в Чили,
Сегодня Андрей нам помогает вот в составе команды 17-летних. Травму получил футболист Строгино недалеко от линии нашей штрафной. Ему оказывает доктор помощь, а наши ребята, а именно Волков, будет выбрасывать его за боковой, сейчас, когда пауза закончится. Чертанова в сборной России, которая сейчас уже в Чили и скоро стартует на чемпионате мира среди 17-летних, представляют два футболиста, это нападающий Николай Прудников и полузащитник Андрей Захаров. Белов выбивает мяч, чтобы он достался соперникам специально в рамках фэрплея. А теперь наш уже будет бросать из-за боковой, и снова это сделает Белов. Теперь уже для себя будет бросать, я хотел сказать, этот мяч. Нет у нас, да, двоих футболистов, которые сейчас выступают за сборную. Но зато на поле есть несколько ребят, которые у нас выступают за команду второй лиги. Это вот Егор Кондаков, в частности, который сейчас получает мяч. Александр Канищев, 9-й номер. Они у нас уже достаточно регулярно выходят, постоянно, можно сказать, выходят в матчах первенства второго дивизиона. Кондаков вообще играет постоянно в стартовом составе. Ну вот сегодня они оба за школу. Нет Артема Селюкова на поле, нашего, можно сказать, плеймейкера, центрального атакующего, можно сказать, полузащитника. Это может быть связано либо с тем, что он травмирован, либо с тем, что будет играть как раз завтра за Чертановым во втором дивизионе. С Орлом наш будет встречаться. И, пользуясь случаем, анонсирую нашу трансляцию на завтрашнюю. Мы рассчитываем на победу в завтрашнем матче. Потому что как получится. Роман Мустафаев далеко выбивает мяч на чужую половину поля. В подкате играет Канищев. Наши разыгрывают здесь мяч. Кстати, совсем я забыл сказать про вторую неожиданность. Владимир Глумов у нас сегодня играет по 10-м номеру. Очень опасно. Там была ошибка наших защитников, и Мустафаев спас ворота после того, как пытался пробросить мимо него мяч игрок Строгино. Пожалуй, первый по-настоящему голевой момент в сегодняшнем матче. И жаль, что он случился у наших ворот. Так вот, Глумов, который практически уже не играл за нашу команду очень долго, вот сейчас на поле. Ну, как, кстати, и Дмитрий Редькович, которого мы тоже уже давно не видели, тем более в стартовом составе. В общем, сегодня есть изменения у нас. Состав довольно необычный. А в запасе у нас два голкипера сегодня. Николай Утин и Владимир Гавриленко. И абсолютно не исключено, что Утин выйдет на поле, именно в поле. Будет играть на позиции форварда. Произойдет это во втором тайме. Если, конечно, наш тренер решит выпустить его на поле. А пока Канищев идет вперед. Передача Воронова. Воронов получил он этот мяч, но
сложно было так на высокой, очень высокой скорости его обработать, и чуть-чуть отпустил у него, мяч достался голкиперу. Неплохая атака. Да, австрагенцы атакуют нашего вратаря. Продолжают атаковать, но здесь перехват. Это Редькович перехватил мяч, отдал Ворману. На дальнем фланге это Глумов сейчас. Да, это Кузнецов и... Теряем наш мяч на чужой половине. Борьба. Падают два футболиста. Строгинец и наш. И арбитр сначала показал, что можно играть, потому что мяч остался у игроков Строгина. А теперь, когда увидел, что не сразу поднялся 11 номер Строгинцев, а Владимир Дорохин дал свисток. Штрафную быстро разыграли. Футболисты в желтом. Кондаков играет головой, а Витюгов назад сбрасывает на вратаря. Витькович. Кондаков. Из-за боковой бросают футболиста Старгину. Наши перехватили. Это сделал Канищев. Идет вперед. Ему помогают вдвоем. Передача на Воронова. Удар по воротам Воронова. Защитнику попал мяч. Воронов сегодня уже второй раз оказывается на месте центрального нападающего. Так вот, по ходу встречи. Сейчас снова последовала острая передача. Ну а теперь аут. 10 минут сыграли команды. Выбивают мяч из штрафной, строгинцы за боковую. Свисток дает арбитр, кто-то из наших оказался в офсайде. Боковой судья показал. Главное, заметил это и дал свисток. Кондаков сыграл головой, против Канищева нарушили правила. Надо повторить удар, там мешали быстро вести мяч в игру Кигову. С этого места надо уводить мяч в игру. Ошибка в передаче, конечно, ошибся. Атака Строгинцев. Передача вдвоем мешает сделать прострел. Угловой удар. В итоге от ноги Белова мяч уходит за боковую линию. Ой, простите, за лицевую линию, конечно. Владимир Дорохин делает подачу, отбиваются с футболиста Старгина, и Витюгов берется на чужую половину поля с мячом, отдает на край. И обратную передачу получает, но чуть-чуть замешкался и потерял
А дальше поспорили там, можно сказать, заочно. Главный арбитр и боковой, по-моему, боковой показал на угловой, а главный отворот. Ну, главный в итоге решает. Кузнецов выбивает головой мяч в аут. И снова аут. Видели мы с вами в эти первые минут 15 несколько неплохих атак, но единственный голевой момент, пожалуй, создали старогинцы, когда пытались прокинуть мяч мимо нашего голкипера, но Мустафаев сыграл надежную. Подача на дальний угол вратарской, никто не достает этого мяча и отворот. Еще одна подача на штрафную, но здесь Мустафаев спокойно забирает мяч. Редькович сместился в боковую линию, а передачу точно отдал. Но обработать мяч тут Рындин не сумел. Не помню, я, честно говоря, что Брындин раньше играл за нашу команду 1998 года рождения. Может быть, это и было, но, похоже, давно, если и было. Всегда интересно посмотреть, как это бывает. У нас такое случается, но не сказать, что на регулярной основе. Чаще всего, когда есть какие-то проблемы с составом у той или иной команды. Кондаков. Мустафаев. Редькович. Не форсируют наши ребята события, но учитывая, что состав экспериментальный, они вряд ли готовы идти вперед большими силами, по крайней мере, вот так постоянно. Аут. Это Волков. Падает наш защитник и извиняет соперник штрафной. Этот Дорохин сыграл, тут он был с нарушением. Не поняли друг друга Каищев и Витюгов. Мяч достался сопернику, но Витюгов, как часто он любит это делать, сыграл в подкате и даже без нарушения правил, как показал судья. Каищев, он сегодня действует не на привычном для себя фланге и даже не на привычном для себя месте центрального нападающего, а под нападающим в центре поля. Ему надо привыкнуть, потому что
оказаться распасовщиком, так сказать, поработать распасовщиком, плеймейкером. Как пара неточных передач у него была. Витюгов, Каничев. Нет, далеко отпустил мяч от себя. Так, Стригина. И подача очередная. Штрафной мяч никому не достался. А здесь от ноги Глумова он уходит в аут. Не, простите, ввели мяч в игру нашу. Каничев. Не ожидал Рындин, что так удачно выбьет Каничев мяч. Можно сказать, на ход, если бы Рындин побежал, сразу стартовал туда. Рындин прессинговал там здесь и выбили мяч за боковую в итоге строгинцы. Андрей Рындин, герой финала 2012 года против «Динамо», когда чертановцы 1999 года рождения завоевали Кубок Москвы. Он тогда забил единственный гол. Можете посмотреть у нас в группе ВКонтакте, как это было. Это одно из... один из последних постов на стене. Рындин. Нет, на этот раз выиграть борьбу не удалось, но Каничев вступает в борьбу и нарушает правила. Недоволен Каничев, он считает, что без нарушения правил отбирал. Кузнецов, срезается у Кузнецова мяч с ноги. Ну и здесь Белов. Белов тоже не очень удачно сыграл. Не совсем удобная передача была для Мустафаева. Обошлось. Похоже, заехали по ноге там. Как мне показалось, Мустафаева. Арбитр что-то о чем-то его предупредила. Что останется тайной для нас. И снова борьба здесь в центре, на нашей половине поля. И снова подача будет. Да, сумел 18 номер Строгинцев там коснуться мяча между двумя нашими футболистами в штрафной. Ну, пробить ему, конечно, было неудобно. Но тем не менее, Каничев. Глумов. Витюгов. Воронов. Воронов не стал отдавать вперед Рындину, отдал Каничеву, тот уже Рындину отдал мяч. Потеря очередная. Атака Строгинцев. Затяжная, я бы сказал, атака. Мяч попадает в голову Редьковичу и уходит на угловую. Двадцать третья минута первого тайма. Сейчас углового. Головой в падении Витюгов выносит мяч за пределы штрафной. Воронов очень аккуратно, так неплохо сыграл. Передача на край Каничева. Вот это его позиция. И Каничев идет вперед. Смещается в центр. Теряет мяч у самой линии штрафной. Каничев. Волков.
Там еще Воронов. И удар поворотом в исполнении Воронова. И такой удар, что отбивает вратарь Стогинцев мяч. Не стал его ловить. Но, правда, на добивании никого не было, поэтому никаких проблем у футболистов Строгинова не возникло. Даниил Дидяло защищает ворота Строгино под 25-м номером. А это 10-й номер Кочергин, Александр Кочергин. Волков. Вновь Волков. Борьба жестко идет. Вполне возможно, что было нарушение правил. Мяч остался у наших ребят. Рындин играет головой. В своей штрафной отправляет мяч. Строгинцам. Последние минуты футболист Строгинов больше владеет мячом. Наши неплохо в отборе сейчас действовали. Это Глумов был. Нет, не подхватит мяч. Конищев чуть-чуть не успел. По-прежнему Строгинцев мячом. Белов пошел обыгрывать Мустафаев соперника. Тот нарушил правила. Это зафиксировал боковой судья. И главное, значит, штрафной. Замена будет у Строгино. Ранее замена еще в первом тайме. Посмотрим сейчас на поле. А уходит шестой номер Илья Маткава. Белов. Витюгов. По-прежнему он с мячом. Витюгов прокидывает мяч Глумову. Глумов подает в штрафную. Никого здесь нет из наших ребят. Но вот Витюгов на линии пытался обыграть и выйти на ударную позицию. Не получилось. А вышел на поле Иван Костюков по 13 номерам у Строгино. Я могу ошибаться, мне кажется, он заигран за команду Строгино во втором дивизионе, который играет. Он был в запасе вот до этой минуты. Рома, давай! А минута идет 27-я. По-прежнему номер. Мустафаев будет вводить мяч в игру. Не точно это делает. Аут. Строгинцы не торопятся. Прошла, в принципе, половина тайма, но чуть больше. Чуть-чуть больше. И пока оборона играет более внимательно, чем нападение обоих команд. Обеих команд и удается разрушать большинство атак защитниками той и другой команды. Редькович вступает в борьбу, нарушает правила. Опасно, он пошел там на соперника и там досталось по голове. Даже доктор должен будет выйти на поле. Так что еще одна пауза у нас.
пока футболист покидает поле, я напомню, что в этой возрастной категории уже известен чемпион. Армейцы стали чемпионами Москвы. Во многом благодаря тому, что ни один из футболистов, кроме вратаря, не играет фактически за молодежную команду, а все играют за школу, в отличие от других команд клубов премьер-лиги, в отличие от Строгино и Чертаново, где ребята могут получить практику во втором дивизионе. Чертановцы на пятом месте, у них 27 очков после 16 встреч, а Строгино на шестом 15 очков после 16 встреч. Наши могут еще улучшить свое турнирное положение, но максимум могут занять четвертое место, если обыграют Локомотив. У Локомотива сейчас 16 встреч, как и у наших, 28 очков. Витюгов, капитан нашей команды. Волков, Редькович. Передача к линии штрафной на Камищева, но там мешали принять мяч. Да и не очень удобно была передача. Уходи, уходи, что ты стоишь? Давай вперед, иди! Ну и скажу я, что в первом круге строгинцы одержали победу, между прочим. Нет, простите, конечно же, наши одержали победу со счетом 3-1. Они всего 6 встреч провели в первенствах России, зона Москва, эти команды, и наши одержали 6 побед вот до этого момента. Этот матч 7-й. Ну, в первом круге у нас был другой состав. Мячи тогда забили как раз дважды Прудников и один раз Захаров. И те два футболиста, которые сейчас на чемпионате мира будут играть, как я уже говорил, которые уже довольно давно находятся в Южной Америке. Наша сборная проводила такой мини-сбор в Уругвае и вот уже переехала в Чили, где, собственно, с 19 на 20 начнется чемпионат мира. Строгинцы в атаке. Прострел. Будет удар по воротам, скорее всего. Нет, затянул футболист Строгино. Дальше наши встали на пути мяча. Еще одна подача. Скидывает мяч Кузнецов. Ну, там долго думали, кто же будет разбираться с этим мячом. Редькович и Мустафаев. Редькович на всякий случай выбил мяч. За боковую линию. Прудников в первом круге, это было в июне, в середине июня, в принципе, уже к 15 минуте сделал счет 2-0. Но сейчас другая игра. Кондаков. Волков на фланг на Глумова. Интересно посмотреть на Глумова после такого долгого перерыва. Ну, Глумов, как обычно, пытается обыгрывать на фланге там. Без особого успеха пока. А вот наши неплохо бросили мяч из-за боковой на Канищева. Штрафной не пошел, отдал Глумову. Глумов Витюгову неплохо. Витюгов разворачивается, пытался сделать прострел. Сложно сказать, на кого именно, но в принципе мог дойти до Волкова мяч, если бы пролетел на дальний угол вратарской. Однако защитник бросился под мяч, и он от Витюгова в итоге ушел за лицевую линию от ворот.
вступил в борьбу Белов и будет вбрасывать аут. Снова борьба, и на ворону нарушают правила страницы. Конечно, будет исполнять штрафную. Ожидаем мы подачи от боковой линии туда, на дальний угол вратарской. А подача следует почему-то на ближний, где вообще никого не было. Очень быстро ввел в игру голкипер Строгино. Контратака получится у строгинцев. Да, много народу здесь оказалось. Наша штрафная, удар поворотом, нет. Поспешил, мне кажется, футболист Строгино. Решил схода, но так как набрал скорость, мяч у него свалился. Аут. Пытался прессинговать вратаря, тут выбил мяч. Достался ему Белову и снова Белову. Белов решил пойти вперед, но у него мяч выбили. Теперь неплохо бы Белову вернуться назад. Но сначала он там создал остроту в центре и помог мяч забрать. Витюгов демонстрирует дриблинг и пытался отдать Рындину. Не получилось. Но неточная передача и в исполнении строгинцев. Витюгов хорошо увидел там Глумова на дальнем фланге. Подключение Кузнецова. Кузнецов делает передачу в штрафную. Нет. Первый защитник. Арбитр показывает, что Ритькович спалил в этом эпизоде. В центральном круге. Белов и Ворон на фланге. Забрали мяч Строгинца. Удар поворота. Ох, какой удар и гол. Не ожидал, что будет бить поворотом Мустафаев и не среагировал. А мяч влетел в верхний дальний угол. 1-0 на 37-й минуте за 4 минуты. Чуть меньше, чем за 4 минуты до конца первого тайма строгинцы открывают счет. Да, Мустафаев вылечил нас в дебюте первого тайма, когда там мы пытались мяч протолкнуть, а вот сейчас не ожидал. Гол номер 2 игрок по номеру 10 Точкина Александр. Счет матча 1-0 перекатал на Строгино. 10 номер Александр Кочергин, как вы слышали. Открыл счет. А это Кондаков. Передача к линии чужой штрафной. Ну, тяжело там бороться за верховой мяч. Фигово, конечно. Ну, да. Волков. Нет, отобрали мяч Строгинцы. Правда, ненадолго, но тем не менее. Свисток арбитра. Строгинец нарушил. Кондаков. А здесь нарушение против Белова, ему хорошенько так досталось по ноге, к сожалению. Устно предупреждает. Номер. Судья.
Это Дмитрий Хром. А здесь аут в пользу строгинцев. Заканчивается первый тайм, 0-1. Будет у нас после перерыва еще 40 минут, чтобы отыграться. Кузнецов борется за мяч. Если бы он не достался соперникам, я думаю, что арбитр дал бы свисток. Не получилось исполнить прессинг нашим. Но здесь Витюгов уже на нашей половине перехватил очень неплохо мяч. Передачу отдал, ну, в общем, не точно, а только чудом мяч достался Канищеву. Канищев идет вперед, отдает налево. Здесь Воронов. Воронов подача. Подача была на Витюгова, который ниже всех, по-моему, защитников. Итак, свисток арбитра. Первый тайм окончен. 0-1. Сейчас у нас проигрывается 1998 года рождения. После перерыва вернемся. Мирмилка Павлович, Черноголовость, Загремело. 1-0, Великая команда, Загремело.
за второй тайм матча клуба «Иви» между командами «Чертанова» и «Стрединого» Мирошей 98-го года рождения. Счет после первого тайма 0-1 перед командой «Стрединого». Ну что ж, второй тайм матча футболистов Чертанова и Строгина 1998 года рождения. После первого тайма 1-0 впереди строгинцы. Ну, немного голов забито, если сравнить с матчем, который закончился сегодня в манеже недавно. В нашем манеже на Чертановской. Там наши футболисты 2007 года рождения выиграли ФШМ 10-4. Вот там назабивали на любой вкус ребята. Ну а у нас всего 0-1 пока. И Канищев рвется вперед. Отдает на фланг. Передача в штрафную. Витюгов выпрыгивает. Глумов бьет, но офсайд. Среагировал на этот удар, кстати, вратарь. Строгина, надо отметить, удар в упор в исполнении Владимира Глумова, но арбитр свистнул. В этот момент в который раз уже на месте центрального нападающего оказывается у нас Витюгов в штрафной во время вот таких подач высоких. Сейчас он сделал все, что мог. А это Волков перехватил мяч. Делает передачу Глумову на фланг. Ему помогает Кузнецов Глумову. Удар по воротам. Рикошет и мяч в руках у голкипера. Это был Канищев. Ну что ж, самое время повторить состав, я думаю, играющих команд. У нас в воротах Роман Мустафаев, четвертый номер Дмитрий Редькович, третий Егор Кондаков, пятый Денис Волков, седьмой Максим Витюгов, капитан команды, девятый Александр Канищев, десятый Владимир Глумов, одиннадцатый Андрей Рындин 1999 года рождения, 18-й Гребелов, 14-й Денис Воронов, 20-й Антон Кузнецов. Удар по воротам в упор. Сейчас наносил удар по воротам Глумов. И снова вратарь не дал себя огорчить. Это был острейший момент. И на этот раз не было свистка. Но я напомню, что у нас отсутствует уехавший в сборную Прудников и Захаров. Именно они забили в первом круге 3 мяча на двоих, и наши выиграли 3-1. Нет Целюкова, ну, в общем, кого нет. Состав Строгина. 25-й номер Даниил Дидяло. 15-й номер Григорий Именузян, если не ошибаюсь. 22-й Георгий Моргунов. 14-й Павел Ивакин. 6-й играл Илья Маткау. Ар! Гол! Александр Канищев сравнивает счет в начале второго тайма. После удара с очень острого угла, практически от лицевой линии, мяч все-таки влетает в дальний угол ворот строгинцев. Произошло это на 4-й минуте. Активно наши начали вторую половину и заслужили, я думаю, этот гол. Дважды выведели на ударной позиции Глумова. Один раз был офсайд, один раз едва Глумов не открыл счет. Так вот, вышел на замену 13-й номер еще в первом тайме Иван Костюков, 20-й номер Александр Чернобылец, 10-й номер Александр Кочергин, 11-й Владимир Дорохов, 18-й Дмитрий Хромый, 5-й Егор Карасев и 7-й Роман Миляев. Правильно,
боролся Витюгов, но не смог завладеть мячом как следует. Старогинцы идут вперед, и наши нарушают правила. Штрафный удар далеко от боковой линии будет бить Старогинца. Не хозяева стадиона, но не хозяева поля сегодня. По календарю наши играют дома. Ну что ж, посмотрим за этой подачей штрафного. У нас стенка из двух человек. Подача на линию вратарской. Здесь очень хорошо Рудькович сыграл. Что есть, то есть, как говорится. Очень удобно действовал. Прихватили, конечно, Рындина, но арбитр свистка не дал, Рындин остановился. А сейчас наши правила нарушены. До конца нужно было, да, сейчас Волков показывает арбитру, что прихватывали его партнера, но надо все равно играть до конца. Передатчик наш штрафный. Снова Рядькович выбивает здесь, в центре обороны. Уверенно дважды действовал. Каничев на фланг. Наши сохранили мяч, это Белов. Очень неплохо сделал передачу Рядьков. Рындин... Даже сложно сказать, почему не удалось Рындину зацепиться за этот мяч. То ли он упустил, то ли не ожидал. Сколько голов? Так или иначе, этот момент потерян. Рындин пытался сделать передачу пяткой, не вышло. Здесь нарушение правил. Отметим передачу Битюгова в этом эпизоде. Все он сделал очень грамотно. Острая она получилась. Но... Не удалось реализовать момент. Пятьдесят ровно получился. Глумов. Передача в центр. Волкова, рискованный на Волков. Ничего не завладел. Воронов. Прошла передача на Кузнецова, он это не ожидал. И в итоге чуть было не отобрали у него мяч. Битюгов. Нет, там было сложно мяч забрать себе. И атака Строгина. Снова правым своим флангом атакуют строгинцы. Вмещаются в центр. Очень аккуратно сыграл там штрафной Каничев, но все-таки сумел выбить мяч. Быстро, они далеко выбили. Белов, Мустафаев. Быстрее работай, быстрее! Отправляет мяч в синее поле. До Рындина не доходит. А это Кондаков был. Рындин получает передачу. Вот это было неплохо, но расстаться-то с мячом надо. Но не так, Андрей. Рындин отправил мяч за боковую синим ударом. Вперед. Наши мяч отобрали, но с нарушением правил, по мнению арбитра. Штрафной. Десятая минута второго тайма идет. Мустафаев с мячом. Дождался рынка, когда прибегут защитники. Мустафаева обратно. А здесь не было нарушения правил по мнению арбитра, а вот здесь есть. И, да, и желтую карточку получили Кондаков. Очень он расстроился, что не зафиксировал судья нарушение правил.
когда у него отбирали мяч, и пошел такой жесткий подкат. Нервы сдали в этот момент. Желтый. И доктор Штригина на поле. Пауза у нас. Арбитр показывает, что удар нужно будет провести по свистку, произвести. Это будет очередная подача. Подача следует. Витькович. Нарушает правила соперника. Витькович толкает его. Собственно, именно поэтому Дмитрий не сумел выбить мяч самостоятельно. Белов. Резко пошел у него соперник, отобрал мяч. И здесь угловой. Угловой удар в исполнении Строинцев. Пять соперников нашей штрафной. И вновь там наши выигрывают борьбу. И дальше арбитр фиксирует нарушение, потому что там был толчок. Напомню, что завтра состоятся еще две встречи этого тура, две заключительные встречи. Вперед, сразу вперед! Сыграют вперед, молодца! Ребята 2000-го и 1999-го годов рождения, которые претендуют на медали у нас. Ну а сегодня состоялись уже несколько матчей в Рублевом. Посмотрим за этой атакой. Это Глумов. Входит в штрафную, простреливает. Опасный удар поворотом Канищева. Все сделал правильно в этом эпизоде. И дошла передача до Канищева. Но там, похоже, был небольшой рикошет. И мяч полетел не так сильно, как рассчитывал наш полузащитник. Можно играть, показывает судья здесь. Мяч у Строгинцев, передача. Зацепил мяч головой соперника. Ничего опасного из этого не вышло. Так вот, в Рублево сыграли три команды младших возрастов. Чертановцы выиграли матч футболистов 2005 года рождения 5-0, 2004 6-0 и 2003 3-0. Ну а здесь в 12:30 начался матч ребят 2001 года, и наши одержали сложную победу. 3-2, допустив две грубейшие ошибки в обороне, но все-таки только результативные. Но все-таки выиграли победу с счетом 3-2. Нарушение правил здесь, и желтая карточка уже футболисту Строгину. Это Воронова срубили на дальнем от нас фланге. Доктор окажет ему помощь. Тем временем Витюгов собирается исполнять штрафный удар. Будет подачу делать. Подача последовала на линию штрафной. Здесь Строгинцы. Наши борются. Витюгов нарушает правила. Выпрыгнули прямо на спину соперника. Здесь
что ж, 15 минут сыграли команды во втором тайме, 1-1. Борьба. Стригенс в атаке, будет удар по воротам. Хороший удар! Отличный удар получился средний штрафной у игрока Стригино и Мустафаев. Мяч ушел на угловой. Опасно было. Подача на ближний угол вратарской. Волков убивает. Эффектно сыграл Витюгов в этом эпизоде, хотя было рискованно делать это недалеко от нашей штрафной, но обошлось. Рудкович продемонстрировал хладнокровие в этом эпизоде. Кузнецов. Пошли в прессинг соперники. Здесь Мустафаев вышел. Ненадолго был наш мяч, но атака Строгинцев опасного. Там в шпагате буквально наш защитник вывел мяч. А мог быть выход 1-1. Замена будет у Строгино. Это Кондаков спас наши ворота, между прочим. И штрафной здесь будет в нашу пользу и замену Строгинцев. Поле покидает 11 номер Владимир Дорохин. А выходит, судя по всему, 4-й Кирилл Гладченко. Кондаков отправляет мяч на фланг на Глумова. Глумов не сумел обработать и упустил за боковую. Борются наши, но старогинцы в атаке. Редькович без нарушения правил отбирает на линии штрафный мяч. Редькович на самом деле нравится. По крайней мере, пока. Очень уверенно действовал в нескольких эпизодах, довольно сложных. Еще одна подача, но не точно эта подача в нашу штрафную, даже в вратарскую. Разыгрывают наш мяч на своей половине. Передача в центр на Рындина. Против Рындина было там двое, да и отскок было сложно рассчитать. Длинная передача вперед, мяч достанется Мустафаеву. И на этот раз не пошли прессинговать соперники. Волков. Снова Волков. Еще одна длинная передача на Глумова. На этот раз Глумов принял. Отдал Кузнецову. И Кузнецов будет делать подачу. Подача хорошая, только там никого нет, кроме защитников. Канищев на подборе. Отдает Белову. И здесь опережает Андрея Рындина. Вратарь Стригино. Дидяло. Да нет, Дидяло. Вратарь Стригино.
выигрывает верховую борьбу. Кондаков на мяч остался. Футболист Джоков. Каничев отошел далеко назад, практически на место опорного. И сейчас переходит сам на чужую половину поля. Почти дошел до Витюгова, отдал передачу неточную. Витюгов зато обокрал соперника тут же. Волков, Витюгов. Витюгов. Витюгов красиво обошел троих и пробил поворотом. Абсолютно согласен с Витюговым. После такого замечательного момента надо было самому решать. И Максим пробил верхом. Давай, давай, давай! Мальчику. Очень красиво обыграл Витюгов соперников. Трех. Еще одна передача на Рындина, и снова мяч до нашего нападающего не доходит. Пошли вперед строгинцы. Передача к линии штрафной, еще дальше, а здесь не точно, здесь только наш, в частности Белов. Каничев. Разворачивался Каничев, но в окружении соперников неудивительно, что мяч у него выбили, никто не подсказал. И Волков нарушает правила, толкнул соперника. До ворот здесь метров, наверное, 23-24 метра. Если у кого-то есть из наших соперников хороший удар, то можно попробовать отсюда ударить. 22-й номер Георгий Маргунов будет исполнять удар со штрафного. Решится на то, чтобы пробить. Возможно. Четыре наших игрока в стенке. Удар по воротам. Что? Но не самый сложный удар в этом матче для Романа Мустафаева. Он быстро вводит мяч в игру. А здесь уже Каничев. Забрал! На линии штрафной. И здесь нарушение правил, сзади ему бьют по ногам. Досталось. Конечно, болезненный такой удар. Довольно откровенный. Очень хорошо принял мяч Каничев. Ушел там от соперника. Штрафной. К сожалению, отсюда вряд ли можно попасть. Ну, то есть попробовать пробить можно, но шансов немного. Так что я думаю, что Воронов будет делать подачу сильную на дальний угол вратарской. Пятеро наших готовы на 11-метровой отметке откликнуться на эту подачу. Еще двое чуть дальше. Пауза у нас в связи с тем, что там толкались футболисты той и другой команды в штрафной, и арбитр сделал устное предупреждение. Воронов. Подача, мягкая такая подача, удар, мяч отскочил Глумову, но удар Глумову не получился. Ворот. Волков выиграл верховую борьбу и был первым на отскоке здесь.
здесь Соломатин просто быстрее играет наших футболистов. 25 минут сыграли команда в втором тайме. То есть больше половины. Уже 66-я пошла минута матча. Наши за боковой бросают на своей половине поля. На боковую передачу. Толкнул, показал судья Воронов соперник. Хватили наши, можно сделать длинную передачу. Да, передача следует. Рындин с мячом. Рындин его толкает. Рындин в падении пытается пробить. И все-таки не попадает в ворота. Точнее, пробил-то он правильно в борьбе, но мяч попал в кого-то из футболистов с Строгином. И ушел на угловой, который бежит подавать Каничев. Опасный был выход у Рындина. Вот раньше была это его стихия. Получить вот так мяч и не пуская к нему соперников пройти до ворот и пробить. Сейчас не вышло. Подача Каничева. Попытка сбросить мяч еще дальше. И нарушение правил. Арбитр зафиксировал еще до удара Глумова нарушение правил. Кого-то из наших там борьба за мяч в штрафной. Ну точно, передача вперед вышла у строгинцев. А здесь заехали снова по ногам Каничева. Много на нем нарушили правила. Дима! Он один из сильных футболистов в нашей команде. Бросает от Кузнецов на Витюгова. Витюгов назад. Кондаков вперед. Глумов. Хорошо Глумов принял. Но у него было время здесь. Надо отдать должное Кондакову. Каничев идет в центр. Передача неточная. Контратака. Стрелина. И она продолжается. Падает там Редькович, в очередной раз отмечу Редьковича сегодня. Надежно пока. Белов переводит на другой фланг. Здесь было непросто, но молодец. Глумов в сложной ситуации поборолся, завладел мячом. Витюгов. Попадает мяч в соперника, Витюгов считает, что в руку, но нет. И вновь наши борются, отбирают мяч еще на чужую половину поля. Молодцы, сейчас вот уже в нескольких эпизодах. Кондаков. И эта передача прошла на Глумова, молодец. Кузнецов. Неточная передача, точнее вновь перехватывают ее защитники. И мяч уходит за боковую, наши будут бросать. Кузнецов. Врезался, по-моему, Белов соперника. Да, Белов шел к воротам с мячом. Нарушение правил. Посмотрим за этим штрафным. Витюгов мяча подавал.
играть. Я думаю, что примерно на 11-метровую отметку. Подача следует на линию. Ох ты, как опасно! На линию вратарской была подача. И там подключившийся Редькович, это был Волков, в голову сбрасывал мяч. Чуть дальше под удар, но, к сожалению, там никого из наших не оказалось. Очень опасно было, очень неплохо разыграно. Сегодня примерно половина других матчей в других парах проходит. Динамовцы громят всеми возрастами Химки. Но есть и интересные результаты. Например, Торпеда 2003 выиграл Локомотива 1-0. Рындин оставил мяч Канищеву. Канищев штрафной удар по воротам, рикошет защитника. Отбили недалеко. Соперники, Витюгов подхватил мяч, сделал подачу, ее отбили. Витюгов. Владеют нашей инициативой. 3 минуты, согласитесь. Не просто владеют, а довольно интересные атаки проводят. Ну и ЦСКА 2000 года рождения. Армейцы сыграли в ничью с Локомотивом 2-0-0. Армейцы 2000 года рождения. Этот год сложный. И это мягко говоря. Много потерь в составе из-за... по разным причинам. Совершенно. Наши снова атакуют. Рынин сбрасывает мяч, но здесь, к сожалению, партнер поскользнулся. Получится контратака у строгинцев. Нет, контратака не получилась. Не остались мячу. Перешли на нашу половину поля. Но здесь постоянно атакуют владеющую мячом и отбирают мяч все-таки. Один совершенно Глумов, он получает пас Воронова, может идти вперед. Он уже ищет, кому отдать передачу. Хорошая передача Витюгову. Витюгов прострел. Все Витюгов сделал блестящее. Ну и Глумов тоже. Но Рындин пробежал. Острейший был прострел вдоль линии вратарской в исполнении Максима Витюгова. Не знаю, как закончится этот матч, но во втором тайме определенно наши интересный футбол показывают. И лучше действуют, чем в первом. Остальные разные. Немало моментов. Передача Глумова. Неудобно было Глумову принимать мяч, поэтому он головой его скинул назад. Кондаков. Передача на Кузнецова. Мусов принимает. Смещается в центр. Волков. Играет с Вороновым. Канищев. Волков. Будет бить? Нет. Это была передача в штрафную. Не получилось снова. Но наши по-прежнему владеют мячом. Эти минуты создаются впечатление, что в меньшинстве играют соперники наши. Я даже пересчитал на всякий случай. Дим, давай! Редькович. Канищев. Канищев обыграет одного. Пытался обыграть второго, не вышло. Но здесь один дуэт. Пятая минута идет, чуть больше 5 минут до конца, и наши беспрерывно атакуют. Вот уже, наверное, минут 10, я думаю. Если не больше, еще одна главная передача вперед, и снова отбиваются Стравинцы, Рискович.
назад приходится давать Мустафаеву. Мустафаев разобрался в этой ситуации хорошо. Глумов. Рудкович. На фланг. Неплохо разыграно исполнение Стригина. И передача на ход. Опасно. Выходит практически один на один Стригинец, но Мустафаев падает, принимает удар на себя. Опасная контратака. Близки были Стригинцы сейчас к успеху. После того, как им приходилось очень долго просто защищаться всей командой. Снова наши идут вперед. Воронов. Слишком сильный, нет. Ушел на лицевую линию. Замена. Стригином. Почувствовал, что инициатива надолго ушла. Из их рук Стригинцы не торопятся. Покинул поле 7 номер Роман Миляев, а вышел 19 номер боюсь я ошибиться, произнося фамилию, поэтому посмотрим лучше за этой атакой. Она может быть опасной. Саринс уже в штрафной. Пытается обыграть Белова, там соперник. Обыгрывает в итоге. Ох, как опасно. Всех обыграл, похоже, там игрок Строгино. Но при этом он стоял практически на месте. С одной стороны, конечно, это говорит о его высокой технике, но с другой. Так момента для удара он не нашел. Это как раз Иван Костюков, о котором я уже говорил. Здорово, здорово сделал, но... Так как до удара дело не дошло, можно сказать, что так многие умеют. Видеть угол. А он, кстати, вот, вы помните, минут 10 или 15 назад сумел нанести удар, вот так вот финтом оставив за спиной своих троих соперников. За боковой Стригинцы будут сбрасывать. Ну что ж, заканчивается постепенно этот матч. Потихоньку. 1-1 по-прежнему. Что-то затянулось. Лекция или что там? 39-я идет минута. Полторы минуты до конца осталось. И... Ну что, довольно интересно. Мы с вами посмотрели матч. Во-первых, увидели забитые голы. Во-вторых, очень много атак, неплохих комбинаций. И больше всего интересных индивидуальных действий со стороны самых разных футболистов. Были моменты, которые запомнились. Ну, у нас в атаке исполнение Каничева, Витюгова, в частности. Удар поворотом. Редькович. Жесткий подкат и желтая карточка пятому номеру Строгинцев, который попал по ноге Редьковичу. Мустафаев будет бить штрафной. Дим, ты куда побежал? Вперед иди! Дим! А желтую карточку получил Карасев, Егор Карасев. Потом очень большими силами наши пошли на последней минуте в чужую штрафную, а арбитр не дал даже
этот мяч, за этот мяч побороться, дал свисток и 1-1. На этом матч футболистов Чертанова и Старигино 1998 года завершен. Мы прощаемся с вами за завтра. До свидания. И всего хорошего. Позвоним мои болельщики, позвоним, пожалуйста, на сегодня генеральному наблюдению на матче.